Привет! Сегодня я расскажу, как поздравить дорогого сердцу человека с праздником или поднять настроение вовсе без повода. Меня зовут Даша, и это Movavi Vlog. День всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта, впереди череда праздников. Устали дарить гели для душа, соль для ванн, конфеты и цветы? Тогда этот выпуск Movavi Vlog'а будет вам полезен. Если вы хотите не ограничиваться дежурным подарком, а сделать поздравление личным и выразить свои теплые чувства к человеку, попробуйте сделать видео поздравление с фотографией. Вроде такого. Мы выбрали несколько фото из личной коллекции, применили пару фильтров и эффектов, добавили романтичную музыку, стикеры и титры. Получилось вот такое милое видео из фотографий. В отличие от набора конфет или пены для бритья, такой подарок станет уникальным и надолго запомнится. Только представьте, как вы будете пересматривать такое видео через 10, 20, 30 лет. Кто-то ВКонтакте предлагает мне такое же видео поздравление из фотографий на заказ. Всего за 1000 рублей? Нет, спасибо. Знаете, сделать красивое видео поздравление очень просто. Вы тоже так сможете. Ваше чувство к человеку никто не выразит лучше, чем вы сами. С удовольствием расскажу, как самостоятельно сделать романтичную видеооткрытку. Для начала нам нужно выбрать фотографии для слайд-шоу. Перед тем, как делать из них видео поздравления, их можно обработать в фоторедакторе, исправить недостатки или добавить красивые эффекты. Я использую фоторедактор от Movavi. Во вкладке «Улучшение фото» попробуйте волшебную кнопку «Автоулучшение». Также вы можете вручную поправить баланс белого, отредактировать контраст и другие настройки. На видео поздравлении не хочется видеть недостатки вроде красных глаз, прыщей и прочих неприятностей на коже или случайно попавших в кадр людей и предметов. Все это можно очень легко и быстро исправить в фоторедакторе Movavi. Можно даже добавить макияж. Если с фото и так все в порядке, загляните во вкладку «Эффекты». Можно наложить любой понравившийся фильтр или даже позволить программе решить это за вас. Теперь переходим к созданию видео. Я использую видеоредактор Movavi, потому что в этой программе есть так называемый простой режим. Он умеет буквально сам создавать видео или слайд-шоу за 5 минут. Сейчас покажу, как это работает. Выберите «Создать проект в простом режиме». Итак, вы попадаете в режим мастера создания клипов. Вам нужно добавить обработанные ранее фотографии. Вы можете просто перетащить их в окно программы, или добавить отдельными файлами, или даже целыми папками. Жмем «Далее» и попадаем во вкладку «Музыка», где можно выбрать мелодии из предложенных слева или добавить собственный файл. Переходим во вкладку «Просмотр». Здесь можно отрегулировать длительность итогового видео. Так, посмотрим, что у нас получилось. Выглядит неплохо. Мастер скомпоновал фото случайным образом, добавил эффект плавного приближения и отдаления и поставил музыку. Заметили, как фотографии меняются не хаотично, а в такт музыки? Не пришлось настраивать смену вручную, программа сделала все сама. На этом шаге уже можно сохранять наше видео поздравление и отправлять в подарок близкому человеку. Но мы пойдем дальше. Продолжим редактирование в расширенном режиме. Здесь можно самостоятельно менять местами фото, вручную настраивать их длительность, менять скорость и траекторию приближения и отдаления. Посмотрим. Пусть последняя фотография повисит подольше, чтобы получился красивый финал моего слайд-шоу. Моему видеопоздравлению не хватает текста. Открою вкладку «Титры» и поставлю вот такое пожелание на финальный слайд. Далее добавлю пару смешных стикеров из коллекции программы. Стикеров много, очень сложно не увлечься украшательством.
А еще в программе есть эффекты и переходы, которые тоже можно использовать в видеопоздравлении. Например, вместо простых переходов сделать вот такие плавные. Или добавить вот такой ми-ми-ми эффект. Надеюсь, что тот, для кого вы так старательно делали видео поздравления, останется в полном восторге. Ведь эмоции и воспоминания – это лучший подарок. Советую посмотреть наш прошлый выпуск о том, как изменить голос на видео. Возможно, этот урок сможет помочь вам в создании видео поздравления. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и радуйте друг друга в праздники. И просто так, без повода. До скорых встреч!